Знахтелік я щита на телеканалі ефірі інформацію ровахт обун студія хурите бутраз. Десонер тесахати фестеме мігафуне абоненте фельдерхай рекал куттуй фестарина кодіме номер те дзенгерек. Царжете і ухай телефон те балансе і стерсе де стехцай фересте. Проблеми ахусак бере кутта навасхесек тедете руза. Абонник санада ивл тенгдар дзверт сава десонах сав мегафон южная сетя абонин там телефонай ана хор номер тима кай дзверт дойвей фадил. Савиттон ана зонга номер таях сава дзердавад абонин тай стам таиттама алкамадар. Зурен райдет тоях савар таса хатай фастама. Телефонай фастама а зурен чифал вартта уца абонин тихих тай истер садеста ала немец ахсай фарастам. Остеликом рай сумай абонин тай каста таисен ка райдет тавад имбрт канан райдет та информаси. Нари даган барагу у телефон там кайзер той фон с номерой алла бастата куттиме. Номера с международными префиксами, как нам удалось установить, африканских стран Бурунди, Либерии и Туниса. Очень важно отметить, что за входящие звонки, согласно любым тарифам в нашей компании, средства не изымаются, то есть тарификации не происходит, тем более учитывая даже эту ситуацию. Но абоненты, которые перезванивали на эти номера, абонентская плата у них списывалась согласно международному направлению. Это получается звонки на международный роуминг. Например, изымались суммы от 75 рублей до 150. Самай охам хабар маалар савауэйта хайус телеком рыхкатта кацай зырдауэ дуэцэ номерта. Нэр кампани архай информаций рымбэрт кананыл, ама сэвзар гауавар лэмбэнагай сахар кананыл. Данная ситуация пока предварительно, она напоминает мошенническую схему, которая, конечно же, наша компания не имеет отношения, но тем не менее, для более детального изучения ситуации мы завели обращение от наших абонентов, а с утра их было около 10, может быть, даже больше, включая сотрудников нашей компании. Мы завели обращение в систему CRM, для рассмотрения, для изучения ситуации. Пока более подробной и детальной информации у нас нет, но я думаю, в ближайшее время она у нас появится, и мы, конечно же, готовы ее предоставить для общественности. Салом масив заргавовары охусаг кару мабарагырцава вадма мегафон южная сетя хата абониттам. Самай охамана зунга ахсан адамун коттима номер тай базырттан мазуап кануи. Амасын сахих тай ихсай фарастасисын сабун мава. Тедет роза гузетта тасармат информасун равахт абун. Республика нук театралу сезон байгун везен дунықсы зам октябрі. Пацахадун драмын театры кухтар евгат кытфекусын кутта автамесы вәрттуй нук спектакльта. Нук театралу сезон байгун везен хитай каты костай пайыма Фатима Мегаске әвәрт спектаклей. Пацахадун драмын театры айвадун кухтар евгенек зудзаты тамирланы нахастам гэске сезон везен цимдисун. Сена мәкэшетен әвдіс сәвдісті бире нук спектакльта. Фала ирун адамын пайыт хитай каты костай юбилион азы сфэнд кутуй театральный сезон Фатима Бакенен. Не вина, можно сказать, отдельных артистов в этом плане, что есть какие-то недоработки вообще в этом плане. Потому что сложность самого произведения, сложность сгармонизировать как бы устои того времени с современными артистами, это очень сложно. Потому что я так и понимал для себя, что та ментальность, которая все-таки осталась после фильма, и то, что вот большая часть не читала практически целиком вот эту поэму, она сказывается. Сказывается на том, что зритель, может быть, не увидел неожиданный для себя Фатиму, неожиданно потому, что он пришел смотреть, как столкнуться Ибрагим и Чамбулат вместе, как они будут там драться, убивать друг друга в этом плане, а у Коста этого не было. Хусар и Рестум Мерцед Бурятия Куклата театр Ульгер. Дэвэн эстэм сентябэрэ пацахадун драмын театрэ сценэл равдистэстэ дуэ спектакэлэ. Свэлэттэн Дюймовичка эмэ сэн ярджэтэн та Ульгер шоу Куклата жанэрэ. Спектакль эвэрэг режиссёр Дюймовичка эрдэ эвдисэ кэбулэ варст ни ярэгмэ.
Бурятия Республикан Куклата театра директор Байрма Дашидуржиева Банасанкута гастроль тавахт кетсаунс федералум программа Мегаске. Программа и фалгетта артиста спектакль тавдисенс Цагат Кавказы регион тадар. Мы когда заезжали сюда, думали, поспим у дороги немного, но та красота, которая нас окружала, она не дала вот поспать. То есть, ну, хотя уже 4 дня в федеральном вашем округе, и устали, конечно, гастроли, это всегда сложно, да, это ночные монтировки, репетиции, столько впечатлений, и тут мы даже не сомкнули, только успевали смотреть по сторонам. Очень красиво. С 8-го играем у вас и уезжаем сразу обратно. Я думаю, что вот этот сутки хватит нам насытиться вот этой красотой вашей природы и культуры. Второй спектакль – это «Ульгар-шоу». Это театрализованное такое представление в жанре кукол. Да, да. Там разные формы, жанры представлены. Он такой эксцентричный, такой ритмичный. То есть зритель даже, это, как бы ему не придется скучать. Нарта Базунгев, спортивон сарда, Эрцевге Хабертиме. Дуэ Сахзарин и Уэв Зистеме, дуэ бронзе майдана рамбеттуй, зао самбой скулой комлгенинекте, цагат ирестун алани чемпионате. Эресте вахцы дэсте октябре пасюлоча. Сатахте зафалвертуй, цепердес азун келце ахен спортсменте. Чемпионате, тренер коцете Тамирлана комлгенинекте, фаулахи зисте Колумбикте Марат, аме Джиоте Давид. Эв зист призер систе дете Эдуард, аме бронзе майдан тета рамбеттуй, карсанте Тамирлан, аме коцете Дмитрий. Тренер Коцете Тамирлан Вальдерахицен кутта Коцете Дмитрия. Уя кутта цепартуха эма Эрместер травме Хусей Фехерт эрдек финале. Тренер Мабузник захтат зава район администрации Серглевек Джиоте Андреян. Эрис тема цемненцен кей бахыс кутта Уйтахей. Ахэ вудэстанабун хабертте. Народу фимбелд бейфиран.